штукатурка селит пластырь. Берем рукой комочек штукатурки и делаем такой шлепок на стенку, чтобы она первоначально присосалась, схватилась, так скажем. Вот так раз, наносим. Распределяем равномерно, грубо. Пока распределяем грубо. Получается толстый слой этого жидких обоев, или как правильно сказать, штукатурки жидкой. Вот так распределили. Продолжаем дальше. Но после 10 минут можно расправить в более тонкий слой, когда уже схватилась штукатурка. Разрыв не происходит. Вот такая простая технология нанесения штукатурки.